Всем привет! Продолжаем проходить игру Ghost Recon. Это у нас третья уже кампания под названием Island Thunder. Мы на Кубе. И это восьмая миссия, возможно последняя, возможно нет, под названием Справедливый Стрелок. У Приего кончаются союзники. Мы окружили большинство вооруженных сторонников ФДГ, сельской местности, и разбили подкрепление колумбийцев. Большие мальчики в Колумбии решили сократить свои потери, что означает, что у Приего ничего не осталось. Он отступил к старой крепости на вершине Сьерра-Лос-Органос с последними из своих сторонников. Вам оказана честь взять его. Крепость была построена в 20-х годах 20-го столетия. Она расположена на вершине крутого холма и окружена внешними постами охраны. Нейтрализуйте эти посты, а затем возьмите крепость. Приего сидит внутри, окруженный лучшими из своих телохранителей. Это будет непросто, но мы хотим захватить Приего живым. Мертвый он станет мучеником, а это совсем не то, что нужно новому кубинскому правительству. За комплексом крепости находится вертолетная площадка, так что не дайте ему бежать. Если это произойдет, всегда будет вероятность, что кошмар начнется снова. Вы знаете, что должны делать парни. И сделайте это. Так, находимся мы в Сьерра-Лос-Органос, и, скорее всего, да, это последняя миссия. Льет дождь, и 8 утра. Единственное задание — захватить Приего живым. Все. Итак, распределяем последние, я так понимаю, очки последние. И, в принципе-то, все. Да у нас, в принципе, все готово. Сапер у нас со взрыв-пакетом. Давайте ему дадим все-таки лучше эту какую-нибудь противотанковое какое-нибудь средство. Рамиреса мы поставим первым, потому что мне нравится его оружие. И поехали. Ну что, поехали. Так же все будем делать. Полностью сделаем альфа и все. Ну пошли. Так, а что у нас тут? Главная база. Охранная вышка. Да, правда, в такой... Дождь не видно, ни хера вообще. А здесь что? А, охранные вышки тут. Еще один готов. Говноед, блядь. Так, все живы? Пизда, меня снимают нахуй откуда-то. Прощай. Убийство подтверждено. Он история. Это куст. Пойдем посмотрим охранную вышку. Посмотрим заодно, надо ли оно нам или нет. Бля, как ты не умер?
История, блядь. Неписанная. Туда куда-то накидали. И нормально. А мы, наверное, по дороге пойдем. Какой смысл нам тут сидеть? Единственное, что можно Браво сюда отправить. И Чарли. Уйди. Два счета. Пускай сидят там. Убийство подтверждено. Враг убит. Он история. Бля. Враг убит. Ну пойдем. Танк? Еще один готов. Еще один готов. Блять, из три, что ли? Что это за танк? Тихо-тихо-тихо, уходим. С другой стороны зайдем лучше. Пойдем, пойдем. Нечего там делать. Нахрен нам с танком бороться. Это нам не надо. Пизда. Такой. Заходите, заходите быстрее, ребят. Блять, все что ли? Блять, просто пришел и разъебал.
Честно говоря, я думал, будет, ну, сложнее. Сразу солнце встало. Да. Великолепно. Так, ну, скорее всего, здесь у нас больше ничего не будет. Ну, нас тут маленько постреляли, молодцы. Да, все. А что такое быстрая операция, мне интересно? А, нифига, это можно, типа... Ладно, это я гляну, посмотрю, что это такое. Вот, может быть, что-нибудь попробуем еще поиграть. Ну, в общем, друзья, на этом игра у нас под названием Ghost Recon с двумя дополнениями Island Thunder и еще каким-то, я забыл, как называется, пройдена. Следующую не знаю, какую игру. Какая будет следующая игра, пока я еще не знаю. Вот, ну, кому понравилось, как обычно, лайк, подписка, комментарий. И увидимся в следующих видосах и стримах. Всем пока.